Тысячелетия побед человеческого разума вознесли цивилизацию на невиданную высоту. Но воздаянием за покорение вершин стали страх, нищета, унижение, смерть. Лучшие помыслы и стремления человека покрываются тьмой неуверенности, разочарования и поражений. Чем станет Армагеддон для незнающих откровения Иисуса Христа? Но потянувшиеся за истиной, ищущие Творца, окунутся в водопад величия Господа. Его милостью восстает посольство благословенного Царства Божьего для всех народов на земле. 9 лет величайшая Европейская Церковь, водимая помазанником Божьим, евангельским апостолом Сандеем Аделаджа, один за другим покоряют города и страны могуществом Слова Божьего и благовещением Иисуса Христа. Миллионы спасенных душ, миллионы зажженных светильников Божьих, тысячи церквей и служений – вот итог распахнутых дверей Царства Божьего. Впереди материки и континенты, чудеса и трудный голос славы Божьей. Человечество жаждет прозрения, истины и благословения возрожденной жизни во Христе Иисусе. Они идут. Они готовы сражаться и побеждать. Великое воинство, сплоченное через сердце пастора Сандея Аделаджа Небесным Творцом. Падут тьма и мрак, и сбудутся пророки, и воссияет свет новой земли Церкви Иисуса Христа. Yeah.
С одного места Писания на другое. С Иисуса Навина на второе законное, со второго закона на Иисус Навин. В основном будем отсюда учиться. Второе законное, 7 глава, 16-26 стих. 16-26 стихи. Все, у кого головные боли, примите ваше исцеление. Особенно если вы первый раз, у вас головная боль, поэтому мы просим вас покаяться. Просто доверьтесь Богу, что Он исцелит вас, и Он дует, оно идет. Нашли? Значит, 16-26 стихи. 7 глава, 2 закона. И истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе, да не пощадит их глаз твой, и не служи богам их, ибо это сет для тебя. Если... 16 я читал, да? Теперь 17. Если скажешь в сердце твоем, народы сии многочисленные меня, как я могу изгнать их? Не бойся их. Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом. Те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса, и руку крепкую, и меч высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой. То же сделает Господь Бог твой со всеми народами, которые ты боишь. И шершней нашлет Господь Бог твой на них, доколе не погуб, погибнут оставшиеся и скрывающиеся. Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя. Бог великий и страшный. И будет Господь Бог твой изгонять перед тобой народы сии мало помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведет их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из-под небесной. Не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота. Не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью. Ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся всего и гнушайся всего, ибо это заклятие. Господь, мы не хотим слушать слова человека сегодня. Мы так хотим слушать именно твоего сердца. Распахни твое сердце для нас сегодня. Дух Господи, восстань в твоем рабе сегодня. И говори, как муж брани. И дай, чтобы наш дух был возбужден тобой. И чтобы дух веры не зашел в этот зал. Именем Иисуса, накрой нас твоей собственностью, своей сутью и твоим содержанием, чтобы выходя отсюда, мы поступали как ты.
Тебе слава и хвала, Господь, во имя Иисуса Христа. Весь народ Божий сказал. Аминь. Я проповедую сегодня на теме стратегии для владычества. Стратегии владычества вания или для владычества. Самое первое препятствие на пути за владение земли народом Божьим называется страх. Нет ничего невозможного для тебя. Но проблема в том, что страх терпит поражение, страх неудачи, или страх начинать, или страх делать первый шаг, очень погубило много потенциальных людей. И очень, и они, этот страх похоронил то, кем мы могли бы стать с вами в жизни. Многие сидящие здесь, слушающие меня сегодня, вы были предназначены Богом быть важными, передовыми, могущественными, положительными влиянием или влияниями в своем поколении. Но мало кто достиг этого уровня. Многие из нас мы были предназначены Богом быть законодателями во многих сфер жизни. Но мы, это на сегодняшний день даже нам не снится. Потому что вместо того, чтобы мы правили, нас правят. Вместо того, чтобы мы вели, нас ведут. Что с нами? Во многом страх неизвестности и страх начинания нового начала и страх изменения удержало нас во многом от нашей судьбы. Но вот Бог дает нам второй шанс, когда Он дает нам покаяние. Он избавил нас от Египта, из Египта, чтобы мы могли иметь этот второй шанс завладеть и завладевать те земли, которые Он уготовил нам. Когда вы считаете это местописание, потрясающее обетование, которое может произнести только всемогущий Бог. Только всемогущий может такие слова сказать. Эти слова настолько мощные, что человек ни один не в силе произносить их. Но Бог произнес их в мой и в твой адрес. Нет ничего невозможного. Однажды я дерзнул поверить в это. Когда Бог показал мне Советский Союз при коммунизме и сказал, я тебе буду использовать, чтобы менять историю этой страны, молись. И рухнет стена коммунизма. Я сказал для себя, что это сумасшествие, что это невозможно. Даже саму мысль я боялся допускать. Я испугался от мысли самой. Поэтому я тем более говорить кому-то, я не мог, не осмелился никому сказать. Однако я все-таки поделился это с нашей домашней группой, которая у нас была в университете в то время. Это было 17 лет тому назад. Кто из вас знает, что тогда я не смог ничего делать, но Бог показал, что делать. Ты молись. Я посадил себя здесь, чтобы ты это осуществил сначала в духовном мире, а потом, чтобы ты мог быть участником в физическом. Это то, что мы прошли вчера. Кого не было вчера, возьмите воскресенье проповеди и слушайте это очень много раз. И то, что мы сейчас наблюдаем с вами, вы даже если ты не любишь пастора Сандей, или ты не признаешь пастора Сандей, президент, парламент, министерство, кто бы это ни был, но твоя жизнь, их не жизнь, все влияет на них все равно пастор Сандей, хочет, не хочет. Даже если ты не знаешь об этом.
Потому что мы влияем на страну. Воля не воля, мы влияем на их жизнь и на их судьбу. Семнадцатый стих. Если скажешь в сердце своем, народы си многочисленные меня, как я могу изгнать их? Потому что в 16 он говорит, что ты изгонишь их, ты побьешь их, я дам твои руки. Конечно, вы знаете, о каких народах речь идет. Речь идет о тех народах, которые он тебе порушил. Речь идет о тех народах, которые владеют теми землями, куда он тебя пригласил. Я об этом говорю утром. Во всей территории, куда Бог тебя приглашает, уже есть сильные народы, которые сильнее тебя, выше тебя. И неважно, какие сильные они сегодня, если Бог тебе уже показал, что это твоя земля, Бог также говорит, согласно 16 стихе, что ты истребишь их. Они не устоят перед тобой. Но если Бог это говорит, а ты в себе говоришь, 17, народы все слишком много для меня, сильнее меня, как я могу изгнать их? То это самое большое оскорбление Богу. Бог большой, Бог все могущий, Богу все возможно. И Он тебе говорит такое, что тобою я хочу разбить властника, а мы всадника и коня их. А ты говоришь, мною не могу, мне невозможно, их же больше моя. Значит, ты больше веришь в их силу, неужели Божью силу? И это оскорбление Богу. Что предстоит тебе на сегодняшний день? Смотри на вызов, который перед тобой. Допустим, Бог говорит, Советский Союз, я тобой буду изменять историю. И я тогда сразу хочется видеть мощи Советской Армии и так далее. Ты думаешь, вообще я с ума сошел. А Бог в это время говорит, а меня во что ты ставишь? Это есть то, что мы называем вера. Вера – это один из ключей, первичный ключ за владение твоей земли. Надо поверить Богу, который бездне и тьме проговорил, что да будет свет, и свет появился. Да будет земля, и земля появилась. Да будет деревья, появились. Да будет небеса, и небеса появились. Богу, который из ничего творит все, надо ему поверить. Бог, который из несуществующего воспроизводит существующее, ему надо поверить. И в этом вопрос. Всякое начинание начинается духовное, когда Бог тебе говорит, что ты возьмешь что-то, которое больше тебя, единственный способ, как ты можешь это делать, это через веру, это первый шаг. Ты должен поверить Богу. Ты должен поверить. Без веры никто не может угодить Богу. Написано в Евангелии, послание к евреям, 11 глава 6 стих, что надобно, чтобы всякий, приходящий к нему, поверил, что он есть воздающим, ищущим его. Ибо без веры угодить ему невозможно. Если Бог тебе даже обещал самое большое, что-то делать через тебя, или если Бог даже тебя избрал своей собственной рукой, и если Бог даже любит тебя больше всех, но если ты откажешься поверить ему, у Бога нет выбора, чем отвергнуть тебе. Now, допустим, Бог всех любит. Он отдал свою жизнь, чтобы искупить всех людей. Он умер за людей. Но несмотря на цену, которую он уже заплатил, ценой своей собственной жизни, что он умер за людей, несмотря на это, он все равно посылает их в ад, если они не поверили ему. Хотя он сам уже заплатил цену за их искупление. Он сам себе, по собой пожертвовал, чтобы искупить их.
Non, я ему надо, чтобы они поверили, что он это сделал. Хотя он с собой пожертвовал, он уже любил их, но пока они не поверят, Бог даже не зря на свою жертву закрывает глаза, что я уже умер за вас. Но что еще делать? Вещи я уже не могу делать. Я даже сам Бог не могу помочь вам, пока вы не поверите, что я это сделал. Какое бы призвание у тебя не было, какое бы оно великое не было, какое бы благодать Бог бы не имел для тебя, какие бы чудеса Бог бы не хотел делать для тебя, пока ты ему не поверишь, что он сможет с тобою, именно с тобою, ни пастором Сандеем, ни через кого-то еще, ни Бенни Хином, ни Кеннетом Гегином, но с тобою покорить эту землю, с тобою разломить эту твердыню, с тобою рушить эту стену, с тобою ты возьмешь эту землю, никто за тебя, ты его возьмешь, ни приезжающие проповедники возьмут его за тебя, ты возьмешь, ни гости, которые ты пригласишь, ты возьмешь. Мы можем помочь, но мы не можем за тебя делать дело. Пока ты не поверишь, даже если я буду ездить миллион раз, Бог не может тебя благоволить. Потому что он говорит, и Бог не благоволил их пустыне, потому что они не смешали его слово с верой и погибли. All right. Пусть Бог благоволит тебя сегодня. А как можно привлечь его благоволение к себе? Своей верою. Тот, который верит, угождает Богу. И никто не может угодить без веры. Ты можешь жить свято, ты можешь быть праведным, ты можешь делать все правильно, ты можешь быть чистым, вообще кристалл. Но если у тебя нет веры, есть некоторые вещи, которые тебе не будут возможны. Потому что все возможно только верующему. Вот преимущество веры среди прочих вещей. Все возможно. Допустим, вы думаете, что Бенни Хин, который Бог использует в исцелении очень сильно, он самый святой человек? Столкнетесь с ним первый же день, вы передумаете. Нет. Или я самый святой человек? Нет. Столкнетесь со мной хорошенько, вы поймете, что нет. Но вот, есть некоторые вещи, которые Бог посчитает. Я говорю, есть некоторые вещи, которые Бог посчитает. Хочешь угодить Ему? Хочешь, чтобы Его благоволение обратило лицо к тебе? Поверь Ему. Дезни, поверь Богу. Alright? Дезни, поверь Ему. Это значит, ты говоришь ему, Господь, такой, как ты сказал, такой, как ты есть, так я тебе верю. Я верю тебе в том, что ты сказал. Я верю тебе так, как ты сказал, что это есть. Я не сомневаюсь в этом. Кто бы ни сказал мне что-то, как бы ни многочисленнее мне этот народ, как бы ни сильнее мне этот народ, но даже если они уничтожают меня, я верю, что ты сделаешь пути в пустыне, что ты приложил дорогу в море. Я верю, что ты разделишь Иордан. Я верю, что Черное море там распустится, и я пройду, как ты сказал. Я пойду по море, потому что она станет сушей. Я верю, Боже! Но вот страх – это дьявольское оружие, чтобы тебя тянуть назад. Страх. 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 Не верь, что у тебя придет 10 человек в церковь. Не верь, что у тебя придет 1000 человек в церковь. Верь во все, что он тебе обещал. Если он тебе обещал весь город, поверь в город. Это не значит, что все придут в твою церковь. Но вот твое влияние никто из них не сможет отрицать. Но потому что написано. Первое Иоанна. Четвертая глава, четвертый стих. Дети, вы от Бога. Но вопрос в этом и заключается. Знаешь ли ты, кто ты? Знаешь ли ты, откуда ты? Знаешь ли ты,
кем ты создан. Знаешь ли ты, по какому образу ты образовался, ты образован? Дети! Ты дети чьё? Ты дети чьё? Бога? Бог есть Бог веры. Он потому что он невидимый. Надо прикоснуться к нему верою. Бог все, что он делает.